Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Эй, урод красный! Выходи! Тогда не больно убьем! А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Теперь мы тут застряли. Точно. Кому все это сдалось? Ага. А кто будет детей твоих кормить? Может, штурмбанфюрер? Эх, что за жизнь? Может, бросить все? Взять семью да сбежать на Ганзу? Не ты первый, кто об этом думал. Их всех повесили. Ублюдки.
Не могу больше терпеть эту муть. Погоди-ка. А кто же будет сражаться за чистоту русской расы в родном метро? Я с тобой серьезно разговариваю. Слушай, ну так образуемся. Давай убивать и мародерствовать только в отпуске. Злой ты человек. Я-то? Был бы я злым, пошел бы в расстрельную команду работать. Или командиром стал. Я просто реалист. Это уж точно. Ну слушай, сам посуди. Все метро по уши в дерьме, кроме нас. Почему, интересно? Да потому что у нас порядок. Понял? Порядок. И если мы не будем этот порядок наводить на других станциях, все, хана всему. Рагнарок нах. Вот тебе что, даже гражданских не жалко? Поздно жалеть. Пора бы уже привыкнуть. Прикоснется. Все на соплях, ржавая хреновина. Приставь к нему охрану. Тоха, Косой, сюда! Смотрите за генератором. Если я вас поймаю за картами, вздерну.
интересно, насколько нам ламп такими темпами хватит? Патронов маловато. Коммуняки нападут. Чем стрелять будем?
Mm-hmm.